пришел на кровать. Разбойник. Как мурчит, а? Мурчит. Ну так, ребят, он на деревьях спит. Приходит ночью к папе туда на диван, спит с ним. А сейчас вот пришел к нам на кровать. У нас тихий час. Тихий час. Надо глазки тебе вычистить. Глазки вычистить тебе надо. Дай глазки тебе поучищать. Чтоб ты красавчиком был. Ну, такие дела. У нас, короче, тихий час намечается. Ладно, отдыхай, Мишка. Отдыхай. Сейчас глазки ему почищу, ребят.